Всем здорова, пацаны, с вами Айвен, и сегодня мы поговорим о такой теме, как 1000 подписчиков. Данную субу, можно так сказать, я ждал около полтора года. За этих полтора года у нас прошло 8 конкурсов, на которые разыгралось более 50 миллионов рублей. Ну, игровых я имею в виду. А может даже и больше. Прошло 2 или 3 сходки, куча стримов, куча разных видосов, куча разных топ 5, 10, 8, не знаю, джипов, тачек и т.д. и т.п. За этих 1000 подписчиков я нашел себе хороших знакомых, можно так сказать, хороших подписчиков, которые могут поддержать в любую минуту. Вот. Я хотел бы вам выразить огромную благодарность за то, что вы оставались со мной на этом протяжении. Были у нас взлеты и падения, можно так сказать. Было такое, что у меня не выходило по две недели видосы, потому что я был занят. То куда-то уезжал, то контрольные в школе. Я сейчас в 11 классе, может, кто не знает. Вот. И еще такое будет где-то в марте, в целом мае, потому что у меня будет ЕГЭ, ЗНОП украинский, может, кто-то знает. Вот. Я думаю, вы меня поймете. Будем, короче, стараться развиться. Моя цель, пацаны, я хотел уже это давно предложить. Если мы собираем 2000 подписчиков до конца этого года, то есть до 31 декабря 2019 года, мы собираем 2000 подписчиков, я разыграю полностью всю свою коллекцию номеров ОММ. И надеюсь, мы дособерем коллекцию за этот год полностью и разыграем, если наберем 2000 подписчиков. Вот. Спрашивайте меня, есть ли конкурс там будет на один косарь. Да, есть, я обещал уже очень многим. На сервере писал и в беседе, что на 1к подписчиков будет конкурс. Конкурс не особо большой, потому что у меня сейчас денег нету, но будут и тачки, и деньги. Вот. Я думаю, вам зайдет. А на этом все. Оставайтесь с нами. Конкурс выйдет где-то через дня 2. Контент уже записан. Куча интересного. Все будет дальше с нами. С вами был Ивушка. Всем, пацаны, удачи. И всем пока.